Наурыз мейрамы узункольцы встретили на главной площади района. Здесь возвели несколько юрт и большую сцену. Культурно-массовое мероприятие прошло весело и дружно. Песни, танцы и национальные игры. Что еще организаторы подготовили для жителей района, расскажет наш корреспондент Айдана Папанина. Праздник весны и плодородия отмечают в Узункольском районе. Здесь проходит праздничная программа, которую подготовили местные артисты. К тому же возле юрт показывают обычаи и традиции казахского народа. Здесь организовали состязания, национальные игры. Несмотря на прохладную погоду, у узункольцев прекрасное и праздничное настроение. Праздник начался с концертной программы. На главную площадь узункольцы поспешили с семьями. Первым с поздравительным словом выступил аким района Азамат Аужанов. Наурыз мейрамы возродился вместе с независимостью нашей Родины, став поистине общенациональным праздником. Именно благодаря нашей с вами сплоченности сегодня Казахстан является развитой и сильным государством, которое реализует самые высокие цели и поставленные задачи. Жана жыл отбасымызға жақсылық, дастарханымызға құт береке әкелсін. Аман сау болайық. И по традиции старейшина произносит бата, то есть напутственные слова. Аксакал поздравил односельчан с весенним праздником Наурыз, пожелал процветания и богатый урожай родному краю. Многие жители на праздник пришли в традиционной национальной одежде. В камзолах красовались даже самые маленькие сельчане. Узункольцы подпевали артистам со сцены, что исполняли любимые песни, а под зажигательные мелодии пускались в пляс. Понравилось. Настроение праздничное. Погода немножко прохладная. А так вообще прекрасно. Юрты все есть. Им интересно. Да и нам интересно. Поздравляем всех населения района. Весь народ Казахстана с праздником. Всем здоровья, благополучия. Чтобы всегда было так у нас в стране. Мирное, светлое небо над головой и уважение друг к другу. Тем временем хозяева юрт вспоминали и инсценировали традиционные обычаи и обряды, такие как аткамынгызу, тусалкесу и келиншай. За богато накрытым дастарханом всех гостей угощают баурсаками и традиционными блюдами. Ждем после этого праздника, наконец-то, весеннего тепла. Желаю всем счастья, благополучия, здоровья и успехов в этом новом мире. Встречать Наурыз мейрамы на площади в кругу друзей и односельчан для семьи Иманбаевых традиция. Ведь это возможность рассказать маленькой дочке Казне больше об истории праздника и передать его особенности. Этот день для семьи Иманбаевых символичен вдвойне. Он стал днем рождения их малышки. Каждый год мы гуляем с семьей. Ну еще мама у нас выходит. Гуляем, показываем, учим молодежь нашу, ну, наших детей. Наурыз кутты болсын. Концертные номера сопровождали национальные спортивные игры. Физическую подготовку и выносливость, как правило, демонстрировали представители сильного пола. На площади организовали как древние, так и современные состязания и игры. Это армрестлинг, подъемы гири и аркан тартас. Смельчаки забирались на столб, на верхушке которого ждали подарки. Маленькие узункольцы с удовольствием качались на алтыбакане и спешили принять участие в различных конкурсах. В целом жители района согревал не только кузе и горячий чай, но и прекрасное ощущение дружбы и единства. Айдана Папанина, Олжас Есенжигитов, телеканал Костанай.